уважаемые зрители, мы находимся в бассейне, плавательный бассейн ГУФКа Белорусского государственного университета физической культуры и спорта, город Минск, Республика Беларусь. Андрей Сергеевич Жигар, старший преподаватель кафедры плавания. Я хочу задать три самых главных вопроса, которые волнуют родителей. Какой вид спорта лучше для развития, полноценного развития ребенка с самого рождения? На ваше усмотрение. Ну, конечно же, это плавание, потому что, в принципе, мы все знаем, пока мы еще не родились, мы все находимся в водной среде. И мы уже умеем плавать, просто многие забывают этот навык. Поэтому для здоровья лучше мы ничего не посоветуем. С какого возраста вообще рекомендуете заниматься плаванием? Ну, вообще, если есть возможность у родителей и возможность у нашего, как говорится, государства иметь такие бассейны, лучше всего с рождения, с 7-8 месяцев уже, пожалуйста, дети, приходите с родителями, плавайте. А отдавать в профессиональный спорт по плаванию с какого возраста вообще рекомендуете? В профессиональный спорт, конечно же, это диапазон где-то 9-12 лет. Вот такой возраст самый оптимальный для спорта. Когда уже ребенок поймет, созреет, что ему это надо, пожалуйста, приходите, плавайте. Травматизм в вашем виде спорта. Я понимаю, что тут травматизма практически не существует, вода, но все же, ответьте, пожалуйста, возможны ли какие-нибудь травмы при вашем виде спорта? Травмы, конечно, возможны. Самая главная травма – это когда дети, если не выполняют технику безопасности, бегают по бассейну, падают. Тогда, да, травмы неизбежны. Но если выполнять технику безопасности в бассейне, бассейн совсем не страшный. И все выходят здоровые, радые и довольные. Золотые слова. Соблюдать технику безопасности – это самое главное в любом виде спорта и вообще по жизни. Если ребенок не совсем желает, а мама и папа очень хотят и настаивают, какие вообще мотивации им предпринять для того, чтобы смотивировать его прийти в ваш вид спорта? Ну, самая главная мотивация – это соревнования. Вот такие вот соревнования среди разных групп, разной подготовленности детей мотивируют тех же детей на то, чтобы они их приходили в плавание. Сегодня я проиграл, завтра я сделаю так, чтобы завтра я выиграл. Самое лучшее – это соревнования любого ранга, любого масштаба. Тогда дети хотят идти в плавание и в другие виды спорта тоже с удовольствием идут. Какова стоимость посещения вашего бассейна и вообще как вам сюда можно попасть? В каком месяце? В любом месяце можно прийти записаться, преград никаких нет, даже можно в середине месяца. Вот. Стоимость занятия у нас из расчета 7 рублей одно занятие, абонемент на количество занятий, уже занятия подбираются уже с преподавателями, с тренерами, все это обсуждается, сколько занятий будет заниматься ребенок. Звоните, занимайтесь спортом, занимайтесь плаванием, это один из самых лучших видов спорта для здоровья вообще всего человечества. Огромное вам спасибо. Вам спасибо. Фитнес, тяжелая атлетика, единоборство, огромный ассортимент спортивных товаров. Зайди на сайт, не пожалеешь. Bigsport.by